Жители Одессы, слушайте! Гайд-парк в городском саду. Здравствуйте! Я житель Одессы, одессит, как называется. Я люблю свою Одессу, она сама прекрасная в мире. Если вы пойдете на, этого, на бульвар французский, там прекрасно, там чудесно. А Горсад? Горсад – это все, это сказка. Я его очень люблю. Я танцую, я люблю музыку. Кто меня знает, привет всем-всем-всем. Моей дочке, моим внукам, всем-всем. И я очень люблю Одессу и горжусь ней. Невозможно прожить в этом городе на эту пенсию 1000 гривен. Вот и все. Невозможно. Честному человеку. Меня зовут Лиза, я студентка. Я каждый день прохожу мимо Горсада, и я считаю, что это очень замечательно, что у нас устраивают такие концерты, что люди реально наслаждаются музыкой. Я бы хотела, чтобы у нас было побольше всяких культурных событий, благодаря которым люди смогли бы развиваться и хорошо отдыхать. Море вы что превратили? Лузановка считался самый прекрасный пляж. Сейчас все коллекторы, все туда все сбрасывают. Хотя мне подсказали, что сейчас и коллекторы эти не очищаются, ничего там уже, я не знаю, что это. Но это ж прекрасное место, Лузановка. Мне даже сказали, боже упаси, туда не меняйся, потому что там самый грязный район. Так что, нельзя решить эту проблему, все страны решают. Жители Одессы, слушайте! Гайд-парк в городском саду.